Всем привет! Сегодня пришла посылочка для моего икающего сына, эксперта Максима. Пришла интересная игрушка. Если честно, я о такой игрушке мечтал сам в детстве. Она была и в то время, когда я был маленьким. Но была она очень дорогая, видел я ее только по телевизору. Кто-то, может быть, проходил ее как там какой-нибудь опыт по физике. Так, давайте-ка откроем. Пришла посылочка достаточно быстро. С AliExpress. Напомню, в принципе, по описанию видео вы узнаете. Вот так вот запаковано. Чего это? Сейчас узнаешь, чего это. Ключом обязательно посмотрим. Это у нас плазма... Господи. Плазма-шар. Да, запаковано, сына. Запаковано, хорошо. Посмотрел, у нас в городе такая штука стоит вообще... Прикольно, пакет, коробка от какого-то яблочного сока, что ли, с молоком. Так, все это сюда. Вот такой вот плазменный шар. Давайте-ка распаковывать. Я, если что, приготовил у нас батарейки, которые Максима тут раскидывал. Итак, вот такой вот шарик. Он есть разных диаметров, но я, кажется, то ли средний купил, то ли купил самый-самый маленький диаметр. Но есть куда и больше. Такой вот плазма-шар. Вот такой вот. Так, давайте-ка посмотрим, что у нас здесь в комплекте. Здесь у нас инструкция на английском. Как это работает, там я смотрю. Здесь у нас вот такой вот переходничок питания. И все. Также, поди, наверное, вот здесь можно подключить батарейки. Батарейки формата 3АА. 3А, точнее, господи, не АА. Так, а где у нас... Где у нас зарядочка? Сейчас подключим мы зарядку. Вот мы подключили нашу зарядку к 220 через это. И давайте-ка смотрим. Если что, здесь у нас 5 вольт, 300 миллиампер должно быть. Так, вот так вот и включаем. Не знаю, видите, не видите, давайте-ка... Выключим-ка свет. Сейчас. И выключим вот этот вот свет. Фонарик здесь. Да, вот видите, у нас включился. Попробуй, Максим, пальчиком. Нет, вот сюда вот. Ах ты. Видишь, какие молнии он? Вот такой вот интересный. Если честно, камера не передает всего, как оно есть. Я постараюсь сфотографировать, и может быть что-нибудь получится. Давайте-ка. Опа! Вот это да! Так что вот такой вот плазма-шар. Его можно использовать как ночничок ночью. Но, в принципе, наверное, подсвечиваться он мало будет. Но вещь достаточно эффектная и интересная. Детям, я думаю, будет очень интересно смотреть за эффектами вот таких вот, не знаю, плазменных вот таких вот молний. Но очень красиво. От батареек сколько проработает, я не знаю. Ну ладно, с вами же был Сергей, с вами же был Максим. Вафли кто-то ел, не вытерся. Подписывайтесь на мой видеоканал, ставьте палец вверх. Пока. Потрогай. Давай я маме покажу. Иди маме покажи.